Я напомню, что Герасимов, на самом деле, конечно, для нас с вами большая удача, что Министерство обороны и Генштаб возглавляют Шойгу и Герасимов. Надо сказать, выдающиеся военачальники. И это, конечно, не хотелось бы, чтобы их меняли, потому что, безусловно, это воры и не очень умные, довольно трусливые люди. Зато они очень опытные царедворцы. Особенно Шойгу, но Герасимов тоже ухитрился на этом посту уже несколько раз быть уже за время войны отверженным Путиным и вновь подниматься. Потому что я напомню, что осенью прошлого года звезда Герасимова закатилась, и уже казалось, что его вот-вот сменит генерал Армагеддон, собственно, Суровикин, который, конечно, такой же крокодил, даже, может быть, хуже крокодил, чем Герасимов, но он беспощадный и довольно талантливый военный и военачальник. Это было бы гораздо хуже. Но Герасимов смог справиться с этим. Он смог справиться, с одной стороны, с жуткими нападками очень популярного Пригожина, и, с другой стороны, с подсиживанием себя любимцем Путина, потому что генерал Армагеддон Суровикин, он был любимцем Путина. И он справился, равно как и справился и Шойгу. Это два человека, которых известно, что они, в общем, люди неумные, очень сильно пьющие, особенно Шойгу, не обладающие большими талантами, но у них у обоих главный талант. Они гениальные царедворцы. Я напомню, что Шойгу сидит на своем посту, на постах своих. Он министр со времен Горбачева. Он был министр разных ведомств, в основном был министр по чрезвычайным ситуациям, но тем не менее, это человек непотопляемый. Он сидит Советского Союза. И ничто ему не грозит. И то же самое Герасимов. Ему грозили больше неприятностей, они и сейчас ему грозят. То есть очень похоже, что сейчас Герасимов не закончилась в отношении него проверка, кто и как реагировал на мятеж Пригожина. Мы видели прекрасно, что армия не реагировала никак. И это все-таки Шойгу смог слегка переложить на Герасимова. То есть окончательные выводы в отношении него не сделали, но мы уже видели его опалу. И видим ее снова. И может ли он выбраться из нее? Да, сможет. Называют несколько фамилий более популярных генералов, которые могут занять его место. Но что ж, я сочувствую этим более популярным генералам, потому что если Герасимов усидит, а он, скорее всего, усидит, то этим популярным генералам не сдобровать. Але от що цікаво, очільник ПВК Вагнер Євген Пригожин перебуває у Москві і 1 липня зустрічався він, як кажуть, із самим Володимиром Путіним. Власне, про це повідомляють ЗМІ, про це сьогодні йдеться. Про це із посиланням на джерела в західній розвідці пише Ліберасьйон, яке ви цитували. За даними газети, кухаря Путіна утримують у Кремлі вже близько 9 днів. Окрім російського президента, він також нібито мав розмову із командувачем Росгвардії Віктором Зотовим, одним із найвідданіших послідовників російського президента та головою російської зовнішньої розвідки Нарышкіним. Хоча, пані Ольго, ви сказали, що Ліберасьйон не наводить, і нам теж важко здогадатися, про що вони говорили, але от там утримують, чи, ну, тобто мається на увазі, утримують силоміць у Кремлі, чи його просто запросили до Кремля на розмови. Що це все означає? Була домовленість в перемовинах, що висилають Пригожина до Білорусі, потім він літає своїми літаками у Петербург, тепер він уже нібито і в Кремлі веде перемовини з тими, кого він ішов, ну, силою, з ким ішов поговорити, скажімо так. Що відбувається і які далі ви бачите політичні лінії виходу із цього? Ну, вы знаете, я уверена, что ситуация с Пригожиным, она вот сейчас начинается вторая серия этого захватывающего сериала, который, конечно, закончится смертью главного героя, но совершенно непонятно теперь, кто главный герой, Пригожин или Путин. Дело в том, что бессилие центральной власти, путинской власти, путинского окружения самого Путина перед Пригожиным очевидно. И
В чем же здесь загадка? Ну, собственно, большинство наблюдателей склонны считать, что Пригожин, как настоящий опытный уголовник, воспитанный выходцами из ФСБ, он, конечно же, сделал главное, что он мог сделать, а именно он все эти годы собрал очень хороший компромат на всех, на всех. И, конечно, он не держит этот компромат под подушкой, он не держит этот компромат в банковском сейфе в России, он наверняка сделал так, он для этого достаточно сообразительный и умный человек, чтобы в случае его гибели или исчезновения этот компромат лег на стол, ну, условно говоря, Международного уголовного суда в Гааге. Понимает ли это Путин и его окружение? Конечно, понимает. Я думаю, что он просто сказал в открытую. И нельзя застрелить Пригожина так, чтобы эта папка не упала. То есть там какая-то гилька, которая при отлете души Пригожина, гилька падает і падает сразу на стол. То есть Ольга, але от чи буде Путін боятися такого? В нього вже є виклик до Гаазького кримінального суду. Ну чого іще далі боятися? Во-первых, все-таки по-прежнему хочет войти в учебник истории великим. Это ему не дает никак. Во-вторых, но еще ему не хватало Пригожина, потому что есть же еще Стрелков Гиркин, которого он тоже не трогает и который точно знает, кто отдавал ему приказ сбить малазийский «Боинг». И как-то все это множится. Я понимаю, что Путин очень хочет войти в историю либо великим, либо вообще не входить, нажав красную кнопку. Но при этом есть старший брат Си, который говорит ему, собственно, почему это плохая идея. И это старший брат. Конечно, то, каким мы сейчас видим Путина, мы его не видели таким никогда. Его обложили со всех сторон. Старший брат Си, оказывается, еще и Пригожин восстал и продолжает восставать. И какие-то есть компроматы. И, видим, судя по всему, ему все надоело. И вот эти появляющиеся маразматические девочки из Дербента, и очень слабые речи, и какой-то... Он потерял интерес, мне кажется, к войне в Украине. Как-то ему все это как-то скучно. Он не реагирует уже как на Эрдогана, только Песков реагирует. Ну что ж. Две недели мы видим Путина... И, знаете, только ленивый не сказал, что прозвище «жалкий» досталось не тому президенту. А теперь вот мы видим жалкого Путина. І, конечно, очень за этим интересно наблюдать. Ольга, а скажіть, будь ласка, це такий двобій змагання зі ставлення Путіна і Пригожина? Чи тут важливо розуміти, а хто акціонери? Наприклад, акціонери Пригожина. Ну, я думаю, что акционеры Пригожина – это упомянутый вами, собственно, из газеты «Либерасьон» Виктор Золотов. Поскольку его очень давно связывают с Пригожиным, он как бы стоял за спиной. И сейчас, да, он выступил с очень смешной речью в честь подавления мятежа пригожинского и рассказал, как он жене отдал заначку, выходя на войну с Пригожиным. Ну, собственно, все на этом и закончилось. Я думаю, что Золотов очень быстро вернется за спину Пригожина, если уже не вернулся. Ну, поскольку сила есть сила, и Золотов прекрасно понимает, что такое сила. Он тоже человек не очень умный, мне кажется, у него на лице, в общем, отражены все его сильные и слабые стороны. Человек он бесхитростный. И он выбрал свою сторону. Конечно, очень многие из генералитета склоняются так или иначе в эту сторону. Это тоже потенциальные акционеры или действующие акционеры, которые пока ничего не выиграли и очень сильно рискнули своими вложениями, собственно, вкладываясь в Пригожина. Я думаю, что за Пригожиным все-таки стоят еще какие-то, возможно, силы во внешней разведке. Недаром Пригожин встречается и с Нарышкиным, например. Почему я так думаю? Потому что вряд ли Пригожин хорошо работает с ГРУ.
з внутрішнім... Ольго, чому це важливо? Чому я запитую про інші сили, інших людей, які включені в ситуацію? Бо це допоможе зрозуміти, чи може бути продовження, чи може бути такий заколот 2.0, чи ні. Є сигнал, що в Росії може бути черговий заколот, про це заявив Володимир Зеленський в інтерв'ю ABC News. Український лідер наголосив, що бунт ватажка ПВК Вагнера Євгенія Пригожина показав слабкість російського керівництва. Він також висловив точку зору, що Пригожин справді сам зупинився за кілька кілометрів від Москви та не став захоплювати російську столицю. Натомість, як вважає Зеленський, нове повстання чи революцію може підтримати багато росіян. Я не ризикну сказати, чи то президент український посилається на конкретні розвіддані і знає, що існує якийсь конкретний план з іменами і датами, чи то він робить просто логічний висновок. Але який висновок робите ви? Якщо буде продовження, то це продовжить сам Пригожин, це продовжать якісь інші сили, які зацікавлені в результаті, це продовжать ті, хто відчули просто запах крові і слабкість центральної влади і розуміють, що в мутній воді можна собі щось отримати додаткове. Чи це продовжать ті, хто можуть спертися на невдоволених звичайних росіян, якщо такі існують? Вы знаете, это сейчас самое глупое дело в мире – спорить с президентом Зеленским. Потому что, помимо того, что это человек, который зарекомендовал для себя действительно лидером, мировым лидером там, года, а то и десятилетия, еще и плюс ко всему все-таки украинская разведка себя показывает действительно выдающимся образом. Но и плюс ко всему, действительно, во-первых, совершенно не уничтожен предыдущий мятеж, и даже, в общем, Пригожин, как мы видим, наверняка встречается с Путиным. Во-вторых, мы точно знаем лидера следующего мятежа, а может быть и его конечного бенефициара, потому что круг этих людей сужается. Это, конечно, один человек из, а может быть и два, и три, из тысячи главных российских семей, которые входят в какой-то более или менее круг Путина. Их на самом деле всего тысячи, не больше. И если там задастся отделять сейчас, вот прямо сейчас, чечевицу как Золушка от бобов, то, например, там можно удалить людей типа, я не знаю, Валентина Ивановна Матвиенко там, или Терешковой, а на всех остальных там смотреть уже более пристально и внимательно. Да, это и есть будущие лидеры протеста, это и есть будущие мятежники. Любой из них, а скорее всего, они все вместе, потому что они все, конечно, страшно недовольны. Страшно недовольны тем, что с ними сделал Путин, который закрыл для них Запад, который закрыл для них любые возможности пользоваться деньгами фактически. Многие жизни просто поставил под риск, как жизнь Пригожина. Это во-первых. Во-вторых, и в-третьих. А дальше я на самом деле очень мало сомневаюсь в публикации недавней, например, Washington Post, которую все ругали, все, кому не лень, и украинская сторона, и российская сторона. Но я немало сомневаюсь, что Washington Post писал, что Пригожин выходил на украинскую разведку с предложением переговоров. Слушайте, они все будут выходить. Они, конечно, все будут выходить по мере того, что их жизни становится все менее и менее ценными для Путина, для них самих и так далее. Им хочется выкарабкаться. Конечно, они будут выходить. Так было всегда и так будет.